Фестиваль детского театрального творчества «Фантазеры» прошел в Юдинском культурно-досуговом центре «Молодежный». В нем приняли участие 23 коллектива из разных муниципалитетов Подмосковья. Артисты в возрасте от 5 до 18 лет представили на суд жюри свои лучшие постановки в жанре сказки – кукольные, музыкальные, драматические, комедийные. Дипломы лауреатов получили все коллективы, участники фестиваля.